Дорогие друзья, уже в этом 2018 году состоится выпуск переднеазиатского леопарда, символа наших гор. Они проходят подготовку в специальном центре разведения в Сочи. В течение 2 лет они готовятся, чтобы радовать нас своим величием. Для того, чтобы каждый мог поддержать возрождение национального символа на его исторической родине, Осетии, Алании, мы запускаем флешмоб с хэштегом «Возвращение Барса». Присоединиться к нам очень просто. Записать видеообращение о поддержке выпуска переднеазиатского леопарда, вариант 2. Запустить в своем инстаграм картинку с Барсом и отметить нас, барс.осетия. Поддержим выпуск Барса в 2018 году и докажем, что народ Осетии готов к этому.